Ух ты. Так, 29-е. Июля 2021 год. Мама, еще раз с днем рождения. Луна над Харьковом. 5.07 по Киеву, Харькове. Горбатая луна. Очень колоритно выглядит линия терминатора. Сейчас позволим кратеру тихо проползти. По экрану. Параллельно горизонту движется луна. Как раз в этом дубле будет только луна, потому как уже очень светло, и дубль второй. Первым снимал Юпитер с экваториальными полосами. И вот тебе сюрприз, 5 минут прошло, я уже просто не могу обнаружить на небосводе Юпитер. А где кратер тихо ниже, да? Ну давай сделаем ниже. Да, испещрена, натурально испещрена луна следами бомбардировки астероидами. Так, вот тебе и кратер Тихобраги. В смысле, кратер Тихо. Уже совершенно светло, встает солнце, Меркурия снимать даже. Па. Не пытаюсь. Уж больно светло и небо несовершенно чистое. Ну, в общем-то, я думаю, луна так высоко на небосводе. Не через плотные слои атмосферы рассматриваемая. Сама по себе достойный объект съемки. Интересный. Так. Все время хочется поправить резкость, как только касаешься камеры. Тебе оптика показывает, что при увеличении 125 крат оптическом, 4-кратном зуме цифровом. Не то, что касается камеры, даже муравьев близко к штативу строем шагающих подпускать не стоит, все начинает трястись. Так, сейчас рестарт. О, вот тебе, пожалуйста, справа прячется Платон, слева показывается кратер Аристарх. Беленький, свеженький, новенький. Ладно, хорошо. Нужно ехать на работу.
сегодняшнюю луну горбатую зафиксировали. Красавица! Вот это тебе и птички. Сегодня вечером времени будет побольше, если повезет с погодой еще и вечерком. Может, Венеру поснимаем с МКС. Ладушки, 29 июля 2021 год, Харьков. Еще раз, мама, с днем рождения. Скоро буду звонить. 5:13 по Киеву, Харькову.